Я, в принципе, на этом почти был готов закончить. Но тут один хмырь курить выходил, сбил мне всю программу. Поэтому мы наконец оставим. Олег, давай, иди сюда. Лагерная кликуха у этого человека граф. Но это не тот лагерь, о котором мы подумали. Это лагерь «Звезды Карелии», Государственного оптического института, который находился на берегу Нахимовского озера. И так получилось, да, что с Олегом мы познакомились, когда он был воспитанником. Да, я должен сказать, что вот этот любитель неограниченного количества пива, на самом деле, вы, как и я, может быть, многие не смотрели этот мультик, но его точно знаете, смешарики. Знаете, да, такой сериал? Мультфильм. Серег Струнко подаст даже. Вот этот товарищ, он, как это правильно называется? То, что ты делал. Смешарик. Сериал? Не, не сериал, а ты ему что-нибудь выполнил. Ну вот режиссером вот этого сериала, насколько я понимаю, он там и компоновал вот эти серии и так далее. Если вы в титрах посмотрите, там не написано граф, конечно, там написано Олег Мусин. Не всегда написано. Да. Вот, у вас титры в студии как театральные сделали. Заканчиваем.